В столице штата Химачал-Прадеш, городе Шимле, Индия, выпало чрезвычайно много снега. Специалисты из Индийского метеорологического департамента ИТМ считают, что это самый обильный снегопад в городе за последние 30 лет, сообщает Indian Express. В четверг, 4 февраля, исторический снегопад привел к нарушению работы транспорта и электроснабжения в некоторых частях штата, особенно в Шимле, где в отдельных районах всего за сутки выпало до 55 сантиметров свежего снега, покрывшего толстым слоем деревья и машины. По данным полиции, три национальных шоссе, один шоссе местного значения и 460 дорог в штате заблокированы снегом. Основные дороги Шимлы, включая кольцевую и объездную трассы, были очищены от снега в пятницу. Власти предупредили автомобилистов о необходимости соблюдать меры предосторожности из-за слоя льда на дороге. После снегопада и дождей на большей части штата Химачал-Прадеш погода в значительной степени прояснилась. В течение следующей недели осадков не ожидается. Я в гаде-то нет, где-то крем не играет.